ясно, я не принимал Воронежа. В общем законе, у вас бы так неучие стриптизы, он никто слова не сказал. Финита! Финита! Кричала итальянка, потом безнадежно махнул рукой. Приблизилась к столику, и почему-то Морозко жестал. Ты пишешь вдвое. Мозг другой ушел, кабелина. Какие красивые имена у них. Медленно произнес крикосянин. Кабелина. Манолазе достал кошелек и вытряхнул на стол всю валюту. И Рубин тоже полез в карман, где оставалось в аккурат теще на сомбреро и теще на ортопедические ботинки фирмы «Адидас». Или деньги, размещенные итальянка, так в музыке стала рвать на себя волосы. «Мамония! Мамония!» — кричала она. «Неужели в этой фабрике на Европе не осталось ни одного мужчины?» Все вдвоем стремились на старшего. Старший коллега задумался, думал минут пять. Наконец...